Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте разберем, что это за игра, почему она вышла с Динувой, чего боятся разработчики, хороша ли она, какие системные требования и так далее. Давайте начнем, как обычно, с рабочего стола. Это будет рубрика «Новые технологии», так как движок обновленный Ubisoft'ом. То есть тот старый говнина, который у них была, они решили обновить ее. Вся порезанная, так как в Unity его полностью, блядь, все изрезали. А сейчас они вроде набирают обороты. Давайте разберемся. Значит, вот мои плейлисты. Смотрите, ничего не пропускайте. На одном ролике не акцентируйтесь. Смотрите другие. Избранные игры, софт и железо, новые технологии, космос и полезно и справедливо. Все вперемешку. Сейчас мы рассмотрим как новые технологии, ну, может быть, и как софт, но я думаю, что как новые технологии больше подходит. Давайте, все, начали. Значит, не очень его жалуют, эту синьку, голубизну. Голубые тоже ели. Я хочу сказать, что я аватар вообще не видел. Вообще никак не видел. Ни кино я не смотрел. Никак не видел. Я слышал про него. От Жорика Вартанова, когда он рассказывал, как они там в задницу суют эти косы. Больше я ничего не видел. Видел просто трейлеры. В этот раз вот она вышла с Динувой. Давайте посмотрим, что она собой представляет. Хороша ли игра или плохая, я сказать не могу. Вот вам отзывы, делайте выводы сами. Я сейчас буду говорить именно о графике. Системные требования. 2023 год. Системные требования 1070. На улучшенном движке, с улучшенной графикой, с улучшенным всем. Сейчас мы об этом поговорим. А теперь догадайтесь трех раз, почему 1070. Это просто. Очень просто. Потому что везде есть дресня. Вот она. И без нее вы не увидите ни одну настройку. Везде, где я лазил, везде с дресней. То есть это уже в порядке вещей. Они замыливают не только игру. Они замыливают нам глаза, что в качестве будет вот такой FPS. Вот такой FPS будет. Когда не было этой дресни, был бы другой FPS. 30 кадров было бы показано. Но они кадры поднимают с помощью вот этой херни. Вот этой херни. То есть это уже в порядке вещей. То есть это входит прога полностью... в игровые настройки, то есть в рекомендуемые требования. То есть они вам рекомендуют играть в дресне. Сразу в мыльной картинке вам рекомендуют. Я такое вижу первый раз в жизни. Первый раз, ребята, я вижу такую дресню. На фоне вот этой санины. Я не знаю, это мерзость. Вот эта мерзость прет во все щели. Карты не развиваются, отстают, очень сильно отстают. Вы посмотрите, здесь не просто какую-то мелочь, блядь, берут. Но вот мы сейчас поглядим, что такое 1070, как она будет. Обязательно 3060 Ti-ку, да? 3080. Везде стоит, везде, ребята. Везде баланс, даже снижена графика. Эта фишка уже все, она входит в картинку. В системные требования, вот эта дресня DLSS, FSR уже входит в системные требования. То есть нам говорят, что вы без нее играть не будете. Вот хотите играть, вот пожалуйста. Нам не показали, что 3080 или 6820 будет в 2К играть в 30 кадров. Нам не показали, потому что она, скорее всего, будет в 30 кадров. Нам показали, что вот здесь есть прога, которая входит в наше железо, блядь. Это прога. А почему? А потому что карты отстают, все не тянут, и вот эта херня
будет годами, годами DLSS вообще будет 10.0. У меня на канале есть там в новых технологиях. Они уже планируют 10.0 сделать уже на будущем. Я вот не, понять не могу. И вот все радуются вот этой хуйне. Я вот понять не могу. Это вы идиоты, блядь. Вот чему тут радоваться, блядь? Вы всю жизнь будете играть в дресне, блядь. Вы не увидите... Скоро мы не увидим вообще натуральную картинку. Я думаю, что скоро разработчики будут делать игры сразу, блядь, ёпта. Не то, что ее надо включить, а прям встроенную будут делать. Все. Потому что им выгодно, чтобы на 1070 какая-то хуйня шла, понимаете? Вот у кого-то остались вот эти вот куски говна, вот этот мусор, блядь. А почему? Я не обвиняю сейчас людей, которые, у которых 1070. Они не могут приобрести карту 3060, потому что она до небес подпрыгнутая, а на ней, блядь, с дресней такая же херня. Такая же херня. 60 кадров. С дресней. Они нам советуют системные требования 1070. Вы видели такое чудо когда-нибудь? Я первый раз такое чудо вижу. Я залил ролик именно из-за этого. Потому что ФСР не просто рекомендуемая. Она вот вшита, блядь, в системные требования. Мир катится в ад, блядь. Не, я больше чем уверен, никто этого даже не заметил, блядь. Я поискал, полазил, никто не обратил внимания, что тут поставлена вот эта прога в режиме качества. Вот с такими настройками. Никто даже не заметил. Просто порядки вещей ее просто воткнули и все. То есть лучший график, лучший движок, который мы не увидим. Мы не увидим это, блядь, движок нахуй. Ни на этих картах, блядь, ни на этих картах. И не на этих картах, блядь. Вот на... Где они? И не на этих картах мы не увидим. Потому что надо баланс поставить. Баланс поставить нужно. Даже не качество, блядь. А баланс надо поставить. А я там планирую что-то, блядь, когда-то со временем перейти там 40-80. Да нахуй это мне говнина. Она не тянет, все, ёпта. Аватар на жопе, нахуй. Мало того, что они еще Динову туда въебали. И, блядь, и все молчат. И не... Вы посмотрите, вы налево-направо. Только нахваливают все DLSS. Нахваливают. Карты пробили дно, блядь, и они уже не тянут. Их уже, блядь, даже не ценят и уже сразу пишут ФСР. Не конкретно, например, в 4К, там, 30 кадров на 48. Да вы чё, блядь, NVIDIA скажет, вы чё, обалдели, что ли, Ubisoft, на? Вы чё там, блядь, ставите, на? Вот, блядь, прикручивайте эту херню и всё. Всё, потому что это скажут, вы чё, блядь, 40-80, блядь, 30 кадров 4К. Это карта для 4К, блядь. Блядь, я не знаю, Игромир, блядь, просто сходит с ума, это я хрен знаю. Блядь, игры, и вот посмотрите, вот, хвастается улучшением движка. Кто увидит ваши, блядь, настройки? Кто? Если 40-80, мы играем, блядь, в FSR 2.0, нахуй. Там, по-моему, даже есть и это, как вы, DLSS 3.0, по-моему, где-то я сейчас видел. Дело не в этом, блядь. В реальные, конкретные системные требования их нету реальных. То есть эта прога входит автоматически туда. Да, она как бы дополнительная. Но мне кажется, скоро, вот посмотрите, год-два, я как Жириновский предсказать, ее даже не будет, этой проги. Она просто будет включена во все игры. Просто дресня будет всегда дресней, блядь. И вы хорошие картинки не увидите в ближайшее время, блядь. Может, никогда вообще не увидите. Хвастаются они, говниной своей хвастаются, которой мы не увидим. Вот так, ребята. Давайте посмотрим, чем они тут хвастаются. Давайте посмотрим. Может быть, вот только мы на скринах это все увидим. Вот так вот, в таком качестве только можем мы увидеть. Потому что мы сами сыграть в хорошей графике мы не сможем. Пандора.
Я понимаю, что да, на самом деле, возможно, навороченный график они сделали туда-сюда. Но вот эта графика, сразу видно мыло, нет четкости. Вы посмотрите, возьмите сейчас любой ролик, блядь, 4К, блядь, или 2К, блядь. Любой возьмите другой ролик, вот старые ролики, понимаете, вот старый какой-нибудь возьмите, вы увидите там картинку, четкую картинку. Здесь я вижу мыло, блядь. Изначально включенное мыло, посмотрите, блядь. Посмотрите на горы, вы видите, что творится? А я первый раз с вами смотрю, я еще не смотрел. The game can handle most resolutions and aspect ratios, even ultra-wide screens are high resolution. Это вот картинка разве? Это мыльная дресня. Зачем, для чего надо было вообще изобретать 4К? Четкую, качественную картинку. Для чего? Для этой дресни вот? Все, забудьте, блядь. Нет никакого 4К, блядь, забудьте. Ни 2К нету, ни Full HD, ничего. Ну, Full HD, возможно, еще и есть, потому что они еще, разработчики, передают нам картинку, что-то и как-то. Вот здесь еще более-менее смотрится, смотрите, еще более-менее как-то смотрится. Ну, я вижу, что замыленная картинка. Да. Деревья вот здесь же заметно. Ну вот давайте мальчишку посмотрим, как он решил испытать эту хренотень, запулить нам вот на 10. То, что указано в минималках, это GTX 1070 8-гигабайтная, Ryzen 7000. Лучшая графика на 1070. Насколько нужно ее испоганить, блядь, эту графику, чтобы 1070 работала? Или графики на самом деле нет? Возможно, она на самом деле говно. Талос я вот сейчас заливал 5-й Unreal. Извините меня, там, если говнина этот ключ, там картинка сразу меняется. Посмотрите. Стабильных кадров. Кстати, никаких проблем не было с запуском, все вполне себе нормально работает. Да, кстати, посмотрите сразу, видеопамять 7.3 использует, это вот даже Full там, HD. В коридорах, вентиляциях, вот выхожу тут уже. ФСР-ка третья. Все эти красоты, и да, ФСР, конечно же, причем там есть. Посмотрите, блядь. Насколько я вижу в настройках, в качество разработчика рекомендуют поставить. Поставил, да, и получил таких 40. Вода, смотрите, какая. В среднем 40-45 кадров на 1070 на минималках. Может быть, пора, блядь, ну, убавить нахрен, блядь, цены на эту говнину, нерабочую говнину, на 3060 там, блядь, на 3080, блядь, на 2080. Важно, скорее всего, потому хуй с ним там, пусть они оставят себе эту говно последнюю, дресню 44-тысячную версию, пусть они там лупят цены, блядь, за нее хуй с ним, дураков у нас, блядь, полмира, на, пусть они берут ее, на. Ну нам-то снизьте, на, блядь, цены, на. Ну ваши карты же не тянут нихуя без дресни. 30-40 кадров. Здесь немножко будет даже. Нет! Показывать, потому что они будут прикручивать сейчас эту говнину, чтобы люди играли на 1070, который не может человек себе позволить купить 3060, например. 3060 здесь только с ФСР-кой. 40-80 с ФСР-кой. И даже, блядь, качество баланса. Я пробовал запустить на FX8300, 1050 Ti видеокарте, но главное FX8300. Он не поддерживает. Я никого не хочу обидеть, но я думаю, вот мальчик. Мальчишка молодец, показал нам, но это, я думаю, извращение, вот эти карты вставлять, вот на этой игре пробовать, просто кусок говна видеть перед собой и показать, что да, вот смотрите, что-то идет. Я вот даже заморачиваться не стал бы с таким роликом. Видим, тут еле-еле 15-20 кадров выдает. Зачем вот это вот 10-50 вот показывать? Ну игра не работает вообще никак, блядь, и ни картинки, ничего нету. И зачем вот это показывать, я понять не могу. Давайте дальше посмотрим. RTX 2060, минимальные настройки графики, и нету генерации кадров, и FSR. И на минималках получаем где-то таких 45-50 кадров на RTX 2060. Ну вот видите, без FSR все-таки он запустил 2060, и еще что-то она показывает себя. Есть хорошее преимущество, это DLSS. То есть мы ставим в настройках DLSS качество и высокий пресет графики. И уже вот DLSS качество, если не имеет динамики разрешение, да, выглядит неплохо. Я сейчас говорю не о том, что как выглядит картинка, а о том, что эта дресня входит в системные требования. То есть
по большому не 4080, а одна 4080 4К, а входит 4080 и, блядь, дресня, понимаете? Вот только так вы можете добиться вот этих вот этого качества. Кадров. Ну, посмотрим тут графику. А качества здесь нет. Мы не видим никакой графики. Я здесь графики не вижу. Я вижу одно мыло. Такая вот графика. На этом все. Не забывайте подписываться, потому что вот крутая халявка игр или еще... Вот до чего мы докатились, ребята. Я вот... долгое время уже вбиваю всем в голову. Я эту хрень тоже сам не замечал. И только вот в 22-м году начал это замечать. И вот такое направление развил я именно, по-моему, в 23-м году. Что нас дурят на каждом углу, блядь. С этими смартфонами, блядь. Со всякой херней, с видеокартами, блядь. Почему приставки, блядь, целые изделия, а видеокарта... Все у меня есть на канале полезном, по-моему, там. Видеокарты против приставок. Я... все это дело делал, ПК. Вот такие дела, ребята. Делайте выводы, на что сейчас эта говнина будет встроенная. Мы больше никогда не увидим картинки. Вы ее больше никогда не выключите, потому что они уже ее продвигают. Реально, реально продвигают. Уже 4080 4К. Она уже показана с ФСР-кой. Вот такие дела. Ну или с DLSS 3.0, может быть, в других местах. И что я здесь... кого-то я, блядь, обидел. И потом мне срутся, блядь. Да ты нахрен, да это лучшая прога и так далее. Ребята, я 1000 раз говорю. Человеку должен быть выбор. Да, он сейчас есть. Но в системных требованиях уже прописана эта дресня. Вот что я завелся, блядь. Что она все внедряется, она будет внедрена. Они никто ничего... им башляют вот эти... NVIDIA, блядь, AMD башляют этим хуеплетом, нахуй, чтобы они продвигали их и проги. Они не карты развивают, они развивают свои проги. Суют их, рекламируют и так далее. И в итоге мы не видим картинку. Потому что тот человек, который имеет хороший монитор, он сразу ее заметит. Сразу же заметит, что это говнина, дресня. Даже на качестве. Не меняя динамическое разрешение. Все равно мыло видно. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч. Я с ночи немножко заведенный.